Ахмед, что они тебе сделают, у тебя отвар быстрее, чем они тебя локнут. Это-то оно да. Но есть момент. Они ждут, видимо, пока я ошибку какую-то сделаю. Вот и все. Так, ну ничего, мы сейчас тогда устроим тут прыжковую организацию. Дэн, дядя тебя в Интеле линкует. Да я уж понял. Носок, привет. Носок, лучше гуном лететь, тести злые какие-то. Да, ничего, нормально, как-нибудь. Как-нибудь. Нам продержаться еще две минутки. Блин, а вот и здравствуйте. Ну вот смотри, как он, а? А, ну как, в принципе, этим самым, но все равно не важно. А, ну вот и все, здравствуйте. Суккуб-то у меня хоть выживет, нет? Но суккуб у меня, походу, уже не выживет. Все, суккуб умирает. Так, ну все. Один у меня умер. Второй убежал. Ну вот о чем речь. И чё мне кто мне рассказывает? Не делай задержку на стриме. Ты чего? Это неудобно. А вот так вот заканчивать стримы удобно? Ой, меня догнать пытаются. Да ладно, ты что, меня хочешь достать, что ли? Не, чувак, это не серьезно. Ха! Достали, молодцы. Ах, пока отвлекался на второго, блин, меня уже это заловили. Ну, хоть успею забрать, но хоть сабру успел забрать с собой. Ну, хоть сабру с собой забрал, уже хотя бы не так будет обидно. Блин, ну вот и как мне делать задержку на стриме? Все, короче, все вылеты теперь на стриме будут у меня с задержкой, блин. Причем вообще максимально будут стоять, потому что да ну его нахрен, такое счастье, задолбало. Носок, гун тебя не будут трогать. А, меня уже, вон, потрогали. Грег, делай споту, прыгай фламент. Не мог я его прыгать, у меня на втором агро висело. Грег, включи заставку на 5 минут. Да, они меня тут обложили со всех сторон, но я уже включал заставку бессмысленно. Ну и чё, а дальше кто чё будет делать-то? Ну вот, наконец-то. Прямым ходом домой. В принципе, тоже есть плюс. Вадим, дело не задержки, система прикрой ворот, на который прыгаешь. Да вот только что прикрыла толку, блин. Как видишь, не помогло. И к тому же, понимаешь, прикрывай, не прикрывай, они стрим чекерят, смотрят. Они видят, в какие ворота я, когда появляюсь в спейсе, они видят, какие ворота я тыкаю. Просто по высоте хотя бы, понимаешь, там. Второй снизу, там, первый снизу, к примеру, понимаешь? Им даже не надо видеть название. И они все, и они прыгают. Они просто меня чекерили по стриму. Вот и все дела.
Так, давай это посмотрим, что там у нас вообще. Сабру-то хоть забрали, и то приятненько. Мелочи приятно. Надо было еще по яйцо попробовать забрать. Может быть, успел бы. Ну вот, смотрите, вот. Хотя бы хоть что-то. Так что, если что, Геката очень даже нормально ломает Сабру. Причем, смотри, у меня Геката-то была. С полярками. С полярками Геката у меня была. О как, не просто так. То есть, абсолютно... Ну, вон, смотри. Кто просто не в курсе. Абсолютно беззащитненькая. Абсолютно беззащитная Гекатка у меня была. И все равно мы смогли забрать Сабру. А ведь я не ПВПшник. Но все равно.